Нет, уже запустил, прям только что. Я не думаю, что ты это сделал. Вы охуели? Идите сюда. Чё вы меня там кинули? Да, блядь, ну карабусь! Да, тащи сюда еще одну. Алло. Алло. Лёш, привет, чат, соряныч, сейчас я свой этот, привет, мои хорошие, с облегчением, да, блядь, с лагода не дал нормально личинуса подавить, блядь, только села, начала тикток включать, а лагода, блядь, говорит, вылази уже, я говорю, ну ладно, привет. Вы охуели там сидеть, идите сюда, ебать ты мразь ебучая, иди сюда. Карабуся, кореш, иди сюда. Кучат. Кучат. Вы чё, охуели там, блядь? Я одна сижу, блядь. Дети ОБС. Сука, лёгкий, блядь. Конечно, лёгкий, блядь. ОБС сейчас я перенесу. На ножке? Да я постою на ручке. Бля, вот это что это, блядь? Чеширский хвост не может найти себя. Балдёж. Тебе уже отдали рейд? Да, и только лагода, сейчас еще хе... Давай на полную вебку, чтобы просто... Ой. На полную вебку? Чё, на? Ну, ну давай, я может, просто не знаю, как... Показать? Нет, нет, ты чё, подожди. Нет, нет, ты чё, ты чё? Блядь. Чё, если деньги украдут? Да нет, ты чё гонишь, такого не будешь. У нас все люди нормальные вообще. Ебать, я тебе в штаны пукнул. Ты не почувствовал? Я пришёл. Подожди. Ебать, ты костлявый. Ой, пошла, пошла, слышь, Таня, сейчас... Таня, закрывай свободный щит. Так. Чё? Ты посмотри, что они творят. А чё там? У меня ник не через пробел пишется. Я вот и поправляю. Подожди, а чё там, ща? Аринян будет, да, уже на подъезде. Подъезжает сейчас. Сейчас, откуда еще? Откуда у кореша кофта и как она называется? А что из-за чендема 1500. Из-за чендема 1500. Тём, сделай 60 FPS, пожалуйста. А и как это FPS сделать? А у меня 60. Это стрим 60, да. Это забей. Это свойства. Full вебку сделай, настройки видео. Сейчас, настройки видео. Сверху управляем камеры и снизу, да, вот это убираю нахуй. Че, 60 FPS у тебя? Да, я помню, ты же забыл, okay. Да. Блин, вот это можно? Вот это что где? Такое, блядь? Ой, блядь, сейчас. Ну, ой, блин, вот тут у меня тут прыщик, нахуй. Я не буду, я вот так буду сидеть. Ой, блядь, это что, нахуй? Давай так, я не могу, реклама тут. А, блядь, может поверх вебки поставить рекламу? Бля, вот эти вот девочки, вы-то пиздец. Все, давай так. Ой, слушай, давай, мне нравится. Да, блядь, вот эта хуйня, что это такое за коротыш? Вы, Жужо уже в хлам, нет, Жужо уехал. Да, от он нас там лежит. А ты заказал похавать? Ты же хотел, а что ты?
Сейчас Марина заказывает. Мариночка молодец. Каравай пьяный. Не. Не, ну удивление. Не, всё, он, блядь. Сейчас я чат перенесу. А ты видишь отсюда нормально? Да и мне похуй, не вижу. Сегодня не устал. Сейчас. Ладно, Дрейк подглядывает, так, падла ебучая. Дрейк, давай, потеряйся отсюда. Так, обзор на квартиру, короче. Ребят. Пить будь то. Кто? Эти телефоны. У Татьяны уже, блядь, этот, блядь, с прошлого года, нахуй. Она обычно... Блин, а я говорю, она, ребят, не, она поняла, не, она не моет стакан, она просто новый берет и все тут складывает, блядь. Она выкидывает его, блядь, через окошко, блядь. Не, я тут по факту сказал, на самом деле. Аккуратно, блядь, с колющими, режущими. А если бы я на стриме побрился и порезался, меня забанили бы? О, кстати, нет, тут непонятно. Татьяна, графина мне... А где муж? Он занят. Дай кровать, сядь, уёбище. Ебучку. Давай, давай. Да. Гайка и Крис, они спать приехали. Гайка с вами, Крис с вами. Ариньян где, Жужо где? Все, ладно, я пошел туда сюда, блядь. Почему? Про всех спрашиваю, блядь. Тевилон где сейчас? Тевилон сейчас. На подъезде уже, блядь. На поцелуй кореша, а то он грустный. Поцелуй кореша. Я? Ну тебе на Саня. Ты ближе всего. Привет, ребят. Куда Жужок? Жужок уехал на квест, но он сказал, что... Что я не... Ой, ты чё, по адресу не спали, блядь? Ты был аккуратнее. А где камера? Вот. Здорово, здорово. Макс. Чекни видос Гаечка Хесу, сейчас на ютубе чекну. Закажи мне этот... Привет, привет. Кого? Маску. В смысле? Какую? Какую маску? В смысле маску? Бля, пизду, короче. Это шутка жесткая была? Да и сегодня на объеме. А, слышал, с тобой две вот эти хуйни еще остались. Давай сегодня сделаем. Маски? Да. Какие? Это вы по приколу купили, чисто парофлу сделали. Ну, как очищающие? Ну, блядь, знаешь, очищающую? Ну, очищающую, да. А у меня нет такой. Уже фоточку парофлу делали. У меня нет. Там такую маску мы взяли. У меня есть глиняная охрененная маска. Если хотите, можно сделать. Да нет, прямо сейчас? Ну, да. Да нет. Мы дома. Ну, там просто надо долго с ней, да. Возиться. С кем квест? Я не знаю, стрёмный, я не знаю с кем. А на фоне слышно хоть чуть-чуть музыку? Конечно, слышно. Я думаю, слышно. Так это же нет, этот... Громко, не, сделай погромче. Сделай погромче. Шатик. И Таня сейчас пойдёт. Шатик. Я не хочу громко. Сделай потише чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так скажи. Особенно. Не, ну ты индеец, я балдёж. Алло, где реакция на донат? Уёбище, на деньги мне на карту, блядь, а не сюда, здесь процент. Тебе надо будет мне тогда 6500, блядь, кидать, чтобы тебе отдать долг мне. Если что, этот, она так со всеми донатерами общается. Нет, это мой племянник, не обращайте внимания, мой племянник задонатит. Малой, спасибо, ты мне на стриме должен, на стриме должен два раза больше, там процент, блядь. Спасибо, что отдал. Там процент, это мой племянник, там, ребят, он денег должен. Лёх, на карту переведи мне. Там сумки. 7% всего, если что. Ну, ему Максим надо, значит, еще? Чтобы ровно а? Мне. Максим, заказал еще? Пить хочу. Ебать, краны попей, нахуй. Здесь, блядь, ты знаешь, как я дорого, нахуй. Я с краны пью, там, скоро не пью, да. Не, закажи чай попить, пора скорее. Я рейдов прорекламил, я с крана не пью, блядь. Вы офигели? Я ему 5000 дала. Вот это жесткая хуйня сейчас была. Колу зеро будешь или не пьешь? Да похуй, гуляем нахуй. Заказываем в колу зеро. Не, ну что будешь? И главное заказывать зеро. Ты можешь еще, да, попить? Там есть лимон? Вот, Татьяна, ты куда в разнос пошла? У тебя вот там, блядь, лимоны лежат, нахуй. Татьяна, может, лимончика бахнем? Тихо, сука. Блин, аккуратнее, блин, ногу не сломай. Можно под... А, ну, о, слышь, тут вода еще осталась. Она пьет оттуда, не трогай. А через кухню? Какая тварь, блин. О, нормально, малой, спасибо. Сколько кинул? Уебищина, я тебе карту дала, Тинькова, блядь. Сука, спасибо за бабки. Колу тебе заказывать? Да похуй, зеро. А тебе что заказывать? Ничего не надо. А ты, Татьяна, что будешь? Я воды, закажи тоже колу, пожалуйста. Не колу, чай. Воды, говорит, закажи что-нибудь колу, еще что-нибудь. Воды, блядь, с крана попьешь. Какой чай, блядь, чайник на кухне стоит, блядь, чай тебе заказывай. Ну нет, ну там чай Липтон есть. Дом, ну что, он стоит миллион здесь, блядь. Фьюсти яблоко киви будешь? Давай, давай. Шикарно. Вот это вообще шикарно. Ты показывал свой уголок? Свой уголок? А зачем? Просто. Не надо, достаточно, что ты видишь мой уголок. Ребята, вот я видел уголок, а вы нет.
Гайка, Крид, Жужо уехали. Нет, Гайка с Кристиной уехали спать. Крид? Крид? Крис. Крид. Показать сейчас уголок. А мне неудобно, ребят, камеры. Тихо, тут какой два. Винтер, это самые лучшие подрубы, когда все все самые лучшие здесь. Что там покажи? Кот. Блять, а его уже не работает. Чего там черный экран? Все? Какой? Черный экран на телефоне. Какой же ты мудила, блять. Го видосы. Посмотрим видосы. Конечно, посмотрим. Гайка Хесус, посмотри видос. Ну, я смотрела, так это же все смотрели. Я думала то, что мы поотвечаем вопросы чату. Не, ну ты индеец, я балдю. Малой опять донатит свои миллионы. Тань, чек мне ласт. Слушай, чат вообще летит. Чек мне ласт донаты. Сейчас посмотрю. Вы можете вопросы позадавать, пацаны? Да, давайте девчонки, вопросы, пока каравай, кореш, Мариночка, все здесь. Шадокек. Первый, да на меня похуй, блядь, перечисляю. На это уёбка полный, похуй. Где Жоза, Жоза дома? Каравай, как склад? Какой склад? 89-й. Топ. Чё за... Жёстко у нас. Жёстко. Я всё вижу, в смысле. Сегодня будет секс? Нет, у нас все бессексные. Чё пишет? Я кар... В полпятого доставка, блядь. Полпятого? Да, блядь. Подождём, пока Кока-Кола приедет, блядь. Татьяна, мы сегодня до пяти тут, нахуй. Нормально, нормально. О, спасибо, Лёх. Спасибо. Бля, Лёх, красава. Спасибо, а Лёх. Чё, сколько закинул? Нормально закинул. Тебя да, ебать не должно, мои донаты, всё ко мне, блядь. Я доставку ты заказывай, давай. Ебать ты, мразь, ебучи. Как караваю Жужо? Как тебе Жужо? Бомба. Бомба. А ты этот тёплый пол включила? Да. Он за Женником пришёл. Что-то какой-то, блядь. Он не, нет, он не на всю прогрет просто. Давай, включай на всю. Нет, пошёл нахуй. Хоть же пол же, пол сгорел нахуй. Сука, холодно, блядь. Хочешь согреть? Каравай, хочешь 80 складные сломать? Адрес какой? Я тебе не скажу, какой адрес. За чего ты спрашиваешь? Записывайте. Кто за креслом спрятался? Ой, это Максюша. Ой-ой-ой. Карабуся. Карабуся. Хотела линять. Чего? Линяешь. Ты пришел в хату, где три там кота Мариночка живут. Мариночка. А, Мариночка тут. Мариночки не видно а просто. Ты показывала стрим своих уёбков маленьких? Нет, а ты можешь притараканить одного. Да нахуй надо. Мне ещё рука помрёт, блядь, ответственность брать на себя, блядь. Блять, он так, он приходит, нормально приходит, и моего короля толстячка, знаешь, что говорит? Босс. Знаешь, что говорит? Он ещё не умер, вообще охуел, блядь. Я когда узнал, сколько ему лет, блядь. Да, ребят, на самом деле, Карабуся переходит в 89-й склад. Сейчас романтику сделаем, она не работает. Она не работает. Брат, я подвинуть хотел поудобнее тебе. Она не работает, Карабусь. Я там себе заберу. Каравай миллионер. А вы видели реально, какой у нас флексер? Смотрите. Какая у него цель? Там никто. Ась! Не помнишь, когда я цель? Моночи, братан, здорово. Привет, Мандюк. Что за чувак с белыми волосами? С белым... Это Shadow Cake. Кек тебя не узнали. Дай, покажи. Ты что дать-то? Цепь. На мне, айс. Пока что, посмотрите на его цепь. Ну, подойди к камере, не видно нихуя. 800 тысяч рублей, между прочим. 800 кусков отдал. Цепь на мне, айс. Каравай реально уходит в 89-й склад, да? Вот ты сейчас говоришь, что люди реально поверят. Он сказал, что... Стрим сзади ждите новости. Сколько? Чё сколько? 800 тысяч стоит. Брат, Моныч, там все схвачено, там связи, понял, вот у Татьяны, она там вообще на халяву почти. Фейкует, дядь, фейкует реально. Вот с этих 800, знаешь, что это, блин? Слышишь, а ты не давал подъезд, там, этаж? Дал. Лага, ты пишешь, короче, в стрельцене стоит. Да, что, не надо было? Не надо было. Бабушку разбежим под махом. Ебутка, ты что ж ты раньше не сказала, блядь? Напиши ему комментарий. Да уже поздно, уже едет, блядь. Скажи, не нужно нахуй. Блядь, просто подойди к домофону белому, отключи домофон. Возьми, тут там есть такая штучка такая, выключающая. Я как флеш, я успею. Вон, ну, Марина. Я успею, блядь. Да, не на, не, да дело не в этом, тебе просто на телефон позвонят. Да я поделюсь едой с бабушкой, нахуй. Я буду. Да делай. Блядь, скажи Марине, чтобы не отключала. Марин, нет, пизду. Он вообще в дверь позвонит. Охуеть, почему каравай? Самый дорогой трансфер из фриком 89-й. Да, полностью, кстати, согласна. Реально, самый дорогой. Все, караму, сегодня в 8 утра. Да нет, брат, спасибо, я пожалуй. На Маку здоровья поздравил, да, поздравила. А я крысу вот только недавно поздравил. Песня крутая. У меня тут крутые песни. Да, полностью согласна. Вот тут без базара. Песня крутая, завтра. Крывай уже заценил писю гаечки. Нет, он писю Крис Вейв заценил. Такое не надо мне писать. Он оценивает другие писи.
Вот, это вообще любовь у нее у Мариночки. Давай, давай, с... оскорбляй кошку. Да, она ему сейчас насыт, блядь. Он... Кошка насыт ему сейчас, блядь. Пойдет в его кроссовки, именно в твои, причем найдет и узнает, если ты и сячи. Да, блядь. Он я пойду твои хорошо. Носки одену и похожу в твоих, блядь, кроссовках. В своих, блядь, носках покажу. Крой, крой, тебе писька маленькая, почему ты? Потому что ты жирный. Не, брат, в твой рот зато хорошо лезет. Блядь, брат, это мой носка. Сосай, нахуй, сосай. Носка, блядь. Слушай, я урыл, нахуй. У Шодавкека 7-5 бан моментов за стрим. Чё, блядь? Да, давайте конечно. Повторять моменты со стримом. Тихо, тихо, Тань. Go this, посмотрим, ебу. А, не, малой, мы сейчас, не сейчас, малой, мы сейчас заняты. Слышь, Макс? А. Не сейчас, спасибо, малой, за донат. Мы стримим, короче, и подходим мы к челикам, им лет 15. И такие, типа, о, ребят, вы Twitch знаете? Да, конечно, смотрим, знаем все правила, все знаем. Я говорю, мы стримим, аккуратно, ничего не говорить. Не, давай не надо такое. Вать, да, ты отключал клипы на стриме, чтобы слушать музыку или нет? Как это работает? Бля, молоси, брат, мне похуй, я слушаю. Ты все понял. Бля, дядя, знаешь, это до первого случая. Если первый случай будет, все там, ну, типа, все 100% возьмутся. А Twitch это сделает. В смысле, первый случай будет? Ну, когда... Уже был. Да уже и у кого? Нет, я имею в виду, когда вот именно за все начнут фигачить. Это как у Алохи, да, там, за именно какой-то трек. Ты не бухал я. Кому кинули АП вот недавно днях? Я знаю, там какому-то иностранцу за сирену. За 4 секунды сирены ёбнули авторское право, блядь. Авторское право вообще 15 секунд можешь слушать, но это типа 15 секунд слушаешь, это как. Серьезно? Ну конечно. О, заебись, значит, ТикТок не банится, да? Ну по сути нет, 15 секунд можешь слушать. Я секундомер туда буду смотреть ТикТок. Ну, если я не ебан, ну-ка. Марина там ходит с кисочкой, она кисочку теребит. Да, то есть. А вот сзади стоит кисулю теребила. Ну, я имею в виду кошку мою, уф. Ладно. Можно слушать до 10 секунд. А через сколько стрим заканчивается? Через... Блять. Ты сам знаешь, через сколько. Ну да. Но... В моменте нет, брат, типа тут сам выбираешь, слушать или не слушать, но это может быть чревато, типа. Блять, до первого случая реально жесткого прям. Ебать, его накатил. Ай, блять, ёбану, что понял, нахуй. Блять. Пиздец, как током. Не, Моноси, лучше не рисковать. Если хочешь уехать в бан, уедешь в любом случае. Мандзюк, ты сам или знаешь, как там это... киберспорт заебал. Как это работает. Когда уже в Нави сам пойдешь, блядь? Мы с вами. Задрот ебаный. Слушай, вопросов дохуя, я смотрю. Я ну, вот может, я да. Уже... Каравайчев в... Вот что он пишет? Каравайчев в .l. Скажешь. Хуй, или что это такое, блядь? Жёстко, блядь. Да, жестко. Где же жопа, блядь? Хороший вопрос. Жужа с кем? Хороший вопрос. Да где этот ваш Жужа? Край в отеле живет или Станюха в одной кровати? Не. В одной кровати, но не Станюхой. Не, в одной кровати, но не Станюха, товарищи. Не Станюхой. А чё, КС Вова не будет? Вова уехал, он сегодня, мы сегодня играли, Вова уехал. Почему без Джон Тайма, да? Дома отдыхает. Дома, да. Ну, вчера так. Каравай на сколько в Москве? Я не знаю, что на парней. Понедельник, наверное, уедет. Красава, Илюх, ты похуй, блядь, КС твою нахуй все, блядь. Каравай, когда плашку поменяет. Какую плашку? Типа 89. Ну, на 89 перейдешь. Я сейчас, я в стрим Альянс перешел, нахуй. Меня выкупили, нахуй, пошел. Ой, Хесус рейд дает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хесусинья, привет. Ку. Блин, я чуть не сказал, кстати, кое-что. Не надо. Хисусинью, не надо. Не-не-не-не-не-не. Вообще не можешь, в этом. Кстати, на коробку не в этом дело вообще. Сейчас я тебе напишу, на коробку это, если что. Сейчас. Можешь прыгать сюда? А Каравай сам откуда? Где ты живешь, Каравай? А? Сядешь ты? Откуда? Не-не. Каравай, где ты живешь? В Розаевке. В Розаевке, это где? Да. Это около Киева. Я хотел вот это сказать, да? Мне нельзя лучше, не надо. Чего, ничего не понял, блядь. Да, не нужно. А да, что да, такое? Я чуть не сказал нафиг ничего. Потом мы скажем, потом. А-а-а, ничего не понял. Что же к вам приехал после Арины? Да, он приехал к нам, провел время, потом поехал на квесты, может быть, приедет потом. Не знаю, кто его знает. Это бродяга тот еще. Подари Пока X3. Пока X3 подарите, пацаны? Уже разыграл, больше нет, спросите. Лучший смартфон. А, супер. Получается, дохуя девушек сейчас на стриме? Да, да. О, кстати. Ищу милфочку. Камчатка 06. Лет 27 желательно, Камчатка с прицепом. Камчатка 06 пишет, о, кореш со сердечко. Дядь. О. Камчатку бери.
Туман в моей голове. Все, блядь. Удаляй, удаляй. А там закрыта дверь? Конечно. Ну все, нормально. Нормально, нормально. Всё, перезапуск у нас. Что это Най ставит? Ну такое. Точно не на свой пик. Как дела, Каравай? Лучше всех, братан. Синди, как относишься к ситуации с гаечком и Хессом? Отлично. Короче, сколько по времени спишь? Микрофон стоит 13 тысяч, да. Сколько чего стоит? Ну, 13 еще он стоит, там чел написал. А это у тебя бартер был? Нет. Сама покупала? Сама. А у тебя HyperX-ов нет спонсора? Нету. Ой, это же вот так, да? Да ну нахуй. Фух чам, блядь. Скажи корешу, чтобы випку дал. Если ты девочка, он тебе даст. И не только випку. О, жёстко. Да? Я тут пришёл. Слушай, может, ты не так девушку найдёшь? А стабилизатор? Нет, это селфи-палка. Селфи-палка. О, блядь, в деревню приехал. Сколько трансфер каравая стоил? Слушайте, мне бесплатно, на самом деле. Всё легко даётся. Вот каравая, от карабуси. Скажи корешу, что его пятка ждет. Там одна девочка. Чисто. Ну так, за кореш пиздец красивый, да, согласна, кореш. Моник, ебучку закрыл, но. Твокен? Да там зови. Кореш, когда схват, когда позовут? Ебать, конечно, у тебя цацка висит, ёбу на рот. Блять, конечно. Где светит, я ебу, блядь. Выключи свет, блядь, у меня тут цацка висит. Отключи свет на секунду. Да, она не висит, она при свете висит. Он реально моднял, блядь, он очень моднял. Да, она при свете висит. Смотри, как он подсвечивается, блядь, из твоей цацки. Барда на 800 тысяч. На кого каравай обменяли? Ебать, это огурцы помидоры, блядь. Сейчас бабуль с двух ног под флешку влетит, блядь. Я, короче, музыку врубаю, походу. У меня телефон сам с собой разговаривает, блядь. А тебя бабуль знает панворды? Это каравай или самурай? Дурак. Типа самурай, блядь, и мажор, понял? Кто? А, блядь, у меня тоже цепь. Самурай? Цепь на мне, айс, да. Ну, Татьяна, я не знаю, что ты можешь. А, можешь показать, как ты так делаешь? А все слышно было, да? Что такое стримальянс? Что такое стримальянс? Стримальянс — это, короче, там всех стримеров Паша скупает, короче, он решил свой бизнес сделать, понимаете? Я все, я в стримальянсе. Ну, чел, короче, пишет под постом стримальянс. А че, Карай, Стриков ушел, что ли? Я так выпал с этой хуйни. Может быть, не, фильма мы не будем, ребят. Да, да, боитесь корона, не боитесь корона. Мы никуда не ходим, на самом деле. Да вообще, но мы только... Гоу-каравая на ломаку. Да нет, у нас должен быть пузырь свой. Так, ебучку, Татьяна. Я не говорю про тебя. Я не говорю про тебя. Учишься, братан, жестко учусь. На час, на полтора. Кто на час, полтора? Как вам кореш, скажите? Кореш чисто мальчик, сосочка, хочется чисто мужского секса с ним. Да, тут согласен, бля, я бы... Да я не против, блядь, мужики, пишите нахуй. Какой раз приезжай к Татьяне просто покушать, блядь. Ты реально заметил. Греха сэр. Как там Марина? Мариночка, чё ты прячешь? Посмотрите, Мариночка какая у нас масенькая. Марин, хочешь сядь? А я ни разу не видела. Садись там, Марин. Садись, садись. А Марина очень масенькая. Ты учишься вообще или решил взять перерыв? Блядь, цветок это малыш. Нахуй, да нет, это кот теребенит. Да это, блядь, это Татьяна у страуса отфотала, блядь, за хвост его, нахуй, за гриву, блядь. Кореш, у тебя есть девушка, тебя спрашивает? Нет, нет. Когда дрочил последний раз, Каравай? Кстати, вопрос, сколько мы вместе... Вчера, сейчас скажем, бедный кореш, который с ним на кровать спит, блядь. Я не дрочил в Москве вообще. Гайку в студию, она уехала. Кореш, есть жена? Не дрочит. Ладно, так давай не рассказывай нас, я говорил, никому не говори. Шадокек, как всегда, е от отношений посидели? Блядь. Сапер такой пань жесткий. Как вообще в шарагу каравай ходишь или заочно? У меня все, пацаны, красиво. Блядь, не дрочабрь начался. Чё? Не дрочабрь начался. Это как понять? Не дрочить весь ноябрь. Это у кого, у тебя? Это, блядь, это такой квест у пацанов. Реально? Чтобы в декабре, 1 декабря подрочить и кайфануть. Реально? Так, у тебя написано название стрим, гаечки нет, жужжа нет. Получается, байт название стрим. У тебя чё название стрим написано? А там чё, гаечка была? Да, гайка и жужжа и Кристина. Брон нахуй отсюда. Ооо, так всё нахайпится на... Ебать, этот разлад в коллективе. А это я запускала, если б нам в этот... Если мы в кальяны бы запустили, это вообще поэтому... правда, если мы поняли.
А если уже подрочил, проебать, блядь. А уже первое число? А, ебать. Да, сегодня уже можно штучку мотать, он вообще, походу, запал в ёлку. Не надо, это кот теребит. Татьяна, я знаешь, на что глаз упал? На что? На чипсоны. Они там спрятаны, не трогай. Там есть чипсы? Ребят, можно? Нет, нет. В три ночи залетели. Тихо, это только не надо, не надо. Не надо. В три ночи залетаем в Дискорд. Там нет ничего? Слышу грустно Татьяна. Нет, там ничего, реально там мусор. Сидит хуярит. Попробуй, если ты возьмешь. Там реально, там просто склад мусора. Блин, капец, у тебя, слышишь, чисто окно и просто две этих снежинки нахуй. Они уже, блядь, два года. Она к Новому году готовится уже лет 10, блядь, доделов не может никак, блядь. У меня гирлянды с прошлого Нового года висят, блядь. И уже там давно. Кто поможет найти девушку, она тебе не нужна, чел. Лагода отменил, не дрочабрь. Лагода отменил, если что. А, все, ты гунял, ебать. А сегодня подрочим это ли? Я возвращаю, блядь. Кореш, хай, там тебе девочка пишет. Ребята, сколько стрим идет? 25 минут. Жизы, девочка, гирлянды больше. Год висят. Кореша, парень есть? Да, есть. Корщ его зовут. Лагда разрешил дрочить сегодня, не ссыте, пацаны. Ну чё, ещё расскажи что-нибудь. Кореш, ку-ку, привет, солнышко. Расскажи, какой. Три дня хуярили в UFC. UFC? Три дня уставал, да? Как всё Москва? Под вечер уставал, пиздец. До трёх ночи хуярили в UFC. Да, ебучку. Да, ебучку, да. Чё ты сказал? Как Москва? Нет, не важно. Бля, знаешь, брат, какой-нибудь диджей? Самое главное, какие люди, а не Москва, братанчик. Поэтому я еще раз предлагаю собираться в Рузаевке или как-то. Слушай, блядь, у меня до сих пор мечтает жестко, там поезд, можем поезд заехать. Чел спрашивает, как сейчас начать и продвинуться на Твиче? Братан, ну тебе не нахуй, не надо, это невозможно, блядь. Ладно, это еще шутка, это вообще возможно, брат. Это очень сложно, пиздец. Тебе, скорее всего, тебе нужна аудитория на другом ресурсе. Типа, развивайся на Ютубе и потом переводи на Твич постепенно. Потому что просто так залететь без знакомых на Твич очень сложно. Ну, практически невозможно. Кому можно бит продать? Да сейчас закупимся, подлетай подъезд. По пятый подъезд подлетай сейчас. Под биток выйдем. Привет, гей-сио. Да, привет. Начал чат пишет. Хлопья летят наверх. Кому можно мать продать? Ну, я не знаю, кому можно. Даже такой не продается. Да. Мать это святой, бля, маму не трогайте. Да это про процессор. Жесткая хуйня, брат. Про процессор точно, блядь. Как ебучку дал. Сколько лет крываю? 17. 18. 18. Лёх, скинь адрес, сейчас на вертолёте долечу. Да, на вертолёте, блядь. С кем меня чешешь, я не пойму. Ножом. Отсосал бы каравая. Да. Тебя спросили. А чё это, блядь? Ну, твой стрим, у тебя театры были, блядь. Знание ПК, тирек... Так, ебучку Лагода, нахуй. Лагода. Продам Лагода. Лагода, привет. Ебать, наваливай трек. Ты бабулю сейчас, Саня, так уедет. Как бы мама, это святое. Жо приехал погостить или переехал? Не знаю, ребят, сказал, как пойдет. Я без понятия, что уже жжу. Москва меняет тебе, людей. Блядь. Посмотрите, на как просто сидит в чужой хате, сидит как у себя и всем ебучка заклинает. Опоздал, Татьяна. Не, я бы реально изменил Москва, пиздец. Изменила? Я бы не знал на Москве, но похоже. Я думаю, что изменила. Блюфайс, Татьяна. Чё ты? Я чё-то выпал просто. Забей там. Ты можешь посмеяться, как ты на стриме смеешься? Нет, это невозможно. Это нужный момент, понимаешь? Когда прям жесткая шутка идет, я прям... Когда меня разрывают, а я так не ржу в жизни. Да? Я не могу. Почему? Кореш, вы где? Да мы у меня на хате. Блин, вы кружку подарите, точно, но... Кто-то рассказал на несколько дней, но окей. Вот это вот? Да это обязательно. Ах ты... Ебать. Где донат? Бабки. Минус... Я вижу твой донат, Лёх. Ты уже два раза донатил. Я видела бабки твои. Спасибо. Я увидела, Лёх. Увидела. Чё он донатит там? Вы чё, совсем без страха? Быстро каждый по стакан... Сейчас я... Я пить хочу зеро, когда прилетит. Сколько он задонатил уже, Лёха? 900. Да, конечно, 900, блядь. Я видел, 5 минут назад 1200 было. Ну, F5 нажми. Минус, нахуй. Нажми F5. Забираю. F5 нажми. Ну вот, я тебе показываю. Они просто перенеслись ко мне уже. Как-то так, у тебя, блядь, выбыл-то такие, нахуй, да. Межконтинентальные, блядь. А, да, три ночи, потому что три ночи. Ебать, сколько вывелось? О, ебать, Максим, здорово. Здорово. Сколько вывелось? Тысяча чем-то. Ебать. Нихуя себе. Что, гуляем сегодня? Да, охуели, блядь. О, Татьяна, мне домой вызови такси, блядь. Ебать, нахуй, ебочку, блядь.
Сколько лет Корешу? 20. Мне 20 лет. Вы что, совсем без страха? Быстрый каждый по стаканам мясного кваску и маску натяните на мордочки свои сладкие. И слышишь, это девочка, походу. Мясной квас, ты девочка? Это девочка, скорее всего. Какой рост у кореша и каравая? Какой рост? 181. 187. Чего? Чего, блядь? Ты вот, блядь, вот так выше. Ты еблан? Там не видно, блядь. Мне просто сами интересно даже. Корнишончик? Нет, я балдю. Нифига. Еще раз извиняюсь за ЧСВ, Марина. А я 187 пишу. Тупо, тупо земля. Еще раз извиняюсь за ЧСВ, Марина. Марина, тебя сегодня кто-то оскорбил? Нет. Будь, Марина, 230 рублей. Ты 230 рублей. Слышь, выведи мне 200 рублей. Нет, тебе так охуенно. Слышь, охуел, ты забыл, что ты еще за равиоли торчишь. Ты давай карту сразу сказал, блядь. Нет, не нужно, вот, блядь, донат. Пошел нахуй. Вот меня за оскорбило, блядь. Я тебе готов был перевести. Да я тебе говорю, не надо, блядь, оставь себе. Ну, а это верни, я же тебе не говорю, не надо мне переводить. Переводи мне нахуй. И вот там раз, блядь. В семью деньги 200 рублей. Ебать, такси знаешь, как стоило? Семейный бюджет 500 рублей, пиздец, Варь, я в ахуе. Блядь. Там завальщи, блядь, люди работают, блядь. Есть прайс-лист? Нету. Пойду босса потрогаю. Тебе ГБ Бифа сказал Марина ЧСВ, нефиг извиняться. Кто такой ГБ Бифа? Мой модер, ну нормальный чел, я не знаю. Обидел, наверное, Марина. Марина его обидела или он Марину? С хуилом вас. Неправильно прочитала. Сколько сантиметров? Сейчас Татьяна спросили. Татьяна, ты стримерша. А чё? А я чё знаю, сколько у тебя сантиметров? Нет, у тебя сколько спрашивают. Ну, нет у меня сантиметров там. Кореш, улыбнись. Это Агай Варя тебя, девочка, кореш. Варя, ей сердечечко. Нет. Бля, половой гигант спамит уже. Да ты нас не за стрим снайпишь, тебя мама не отпустит, солнышко. Девочка. Куда, какой стрим снайпить нахуй? 3 часа ночи. Это, если что, это Джон Тайм, как его... Медиагигант 281 крипаном закинул после доты, блядь. Меня ты кинтов крипами называешь, блядь. Ну, он в доту играл. Он в доту играл просто. Спасибо, Джоэн. Не слушайте её, блядь, базарить кучеряво нахуй. После Вовки, после Вовки. Бабушка не встанет, нахуй? Не. Брат, если она встанет, ты, блядь, пойдёшь, ляжешь нахуй. Мы нахуй пойдём, не орите. Там бабуля, знаешь, блядь. Не орите, не орите. Ну чё, стыдно, нахуй. Да я успокоюсь. Вов. Сегодня ломайки могло бы исполнить 19, ему исполнилось, я не знаю сколько. Дайте денег Шадукеку, пусть себе купит дошек. Так он сейчас... Что ты заказал себе? Я заказал Колу себе... Зеро. Андрей, очень хорошо встречаю, ты это же шутка. Спросил просто, Андрей, да это было? Да это Татьяна, блядь. Ника пишет, кореш, ты пиздец моего дяди напоминаешь, я ебу. Это хорошо или плохо, блядь? Это хорошо. Она кореш ебёт? Или дядю ебёт? Кто кого ебёт? Кореш в инсте Сорочка пишет, Сарочка. Хотя Сорочка, это он там у тебя лежит, ебать, вместе с руханами, блядь. Ты отвечаешь? Сорочка. В инсте, да, отвечаю. Я шучу. Ебла. Бабуля сейчас, ебать, в лифане зайдёт сюда, да, ну хватит сниматься, блядь, очень громко, не орите. Ой, Сорочка. Спроси у Шадо Кека, сколько стоит нож. Какой доплер и флот, да. Если есть возможность торга. Ребят, криминал показываем, криминал. Оп! Оп, а ты чё, Татьяна уже забрал? Да. Всё, блядь. Он уже летает 10 раз. Стой, а чё, она мне его не отдала, кстати. У кореша сладкая попка, блядь. Да вон, возьми ещё. У меня жопу, блядь, ну да. Забирай. Блядь, этот кот хороший. Держи, братан, бабочку. Его обижать. Знаешь, сколько стоит на сколько? 80 тысяч, блядь. Держи. Прорекламируешь? Обвиняю в стиме. Детям игрушки не надо. Меня стиме, блядь. Давай тогда сюда. Ты ебанутый? Я уже взрослый, мне 18. Взрослый. Сколько лет корешу? Мне 20, я говорил уже. Слушай, это одни самочки у меня. Видишь, какие самочки? Татьяна, это... А где тут кубики? Какие? Ой, же кубики тут лежали, ебать. Татьяна, покажись. Я потом покажу. Крис, привет. Доехали нормально? Привет, Крис, вы уже доехали?
Максюш, чё? Садись, вы в главных ролях, блядь. Я у него столько раз что за худи? Ну, Чендем худи. Он сказал же. Сам нишманский худи. Да, по-моему, даже не было. 1200, что ли? Я охуел отсюда. Блядь, надо брать. Я взял, потому что холодно было. Кореш, волос на жопе. Не, не обзывайте штриха, чё? Что дальше стоит? Никто, пипе. Позвонит мне, блядь. Да, мы дома. Может быть, это курьер? Вы гайки, что ли, поехали вдвоём? Зачем кореш подстригся? А ты подстригся? Да, ну месяца два, ну, в смысле. Mm-hmm. У меня раньше просто очень длинные были. А-а-а. У тебя с есть... Ну-ка, улыбнись. У тебя есть ямочки, да? Да, у тебя есть я ямочки. Я подал селфи, просто. Ямочки. Я столько килограмм набрал. О, нифига, да. Ебать ты милый, пиздец. Каравай, сколько шмоток стоит? Мало. Шмоток стоит. Каравай, сколько? Я не знаю. Шмоток только дорогие. А сколько? Это супримовские. Да? В натуре? Реально? Сколько стоит? Мажор ебаный. Не важно. Ну честно, реально. Все, ясно, много. Блядь. Ну, много. Давай так. Да много. Скажи много, так. Сколько? 5000? Больше 50? 5000? Не, нет. 5000? Чуть меньше. А, 5000? А ты где взял такие? Какие 5? Ёбнулся, что ли? А ты где взял такие? Слишком дорого. А ты где взял такие? Суприм в России не продается. Ресейл? Ну, ресейл только, да. Это наша работа. Все есть. Все, да? Знакомый найдется. Ебать, это опасный штрих, реально. А ты видишь, она... Где же жой, я не знаю. Ясно, на рынке. Честь своя на кровати. Не, Карбусова реально не честь своя, ребят. Да, спасибо, хуя... Не, ну ты индейец, я балдю, бам. Да, что такое? Волосы до сосков. Отменяй заказ, блядь. Волосы, волосы до сосков, что мужская симпатия. И пуки славы, поток не делают меня. Девочки, мордочки реально сладкие. На 5 килограмм нахуй поправился, Макс, слышишь? Да сколько еще? Подвиньтесь чуть-чуть. 65, блядь. Опа. Ой, вот ты реально толстый. Ну, да. Ой, мы сейчас стул сломаем, блядь. Не, слушай, я видел тот клип. У тебя хуёк-то большой, блядь. Смотри, аккуратно. Подожди, что у меня. Хуёк-то большой, да, подожди, ты тут... слышишь? Ты его клип-то посмотри, Мариночка, ты как ты бы подержишься. А ты смотрел я это? Да я видел, я хуёк. Позорище ебаное, блядь. Макс, да, брат. Татьяна пересматривала Росток. Серьёзно? Я шучу. Это в Сигрете ещё было? Да, я тоже сначала в Сигрет, потом клип Ломака. Я потом начала клип. Хуя Максиша богатырь выпал, блядь. Мне сначала Ломака скинул фотку, а потом я зарекли, блядь, там вообще нахуй. Да, да. Ебали ты свои нахуй. Кореш, предки на даче, подъеду куда угодно. Блядь. Кровать эти шмотки с Марком выбирал или сам? Нет, это я сам выбирал. Он сам выбирал, говорит. А мы когда с Марком выбирали, ты больше пробки. Чё, нажимай кнопку остановить. Ты чё, офигел? Как, блядь, без интеграции нахуй не закрывай. Давай, давай в маленьком окошке отправим. Два кореша. Как кровать жужжу в жизни. Ребят, ну, блядь, чувак, ну, просто обычный чувак, всё. Ну, типа, блядь, чё охуел? Чё? Кровай, сладкая попка, сами. Сахарная попка. Требую красавицу Марину в кадр. Мариночка, подгляни в кадр немножечко. Немножечко. Ну, видите, какая красоточка. Кореш, зайди в инсту, блядь. Все, пошел разгребать нахуй. Что, нового 89-го склада? Надеюсь, там интимки? Ну вот, мы недавно сделали большой трейд. Он у нас самый дорогой вышел. То есть мы купили у фриков... За нож CSGO. Это не мы купили, нам его продали, блядь. Да, нам продали... Нам продали Карабуся 89-й сквад. Да, завтра встреча с братишкиным, деньги передаем. Здравствуйте. Здравствуйте, это мама Карабуся. Ой, извиняюсь, с шефом. О, ты что так базаришь, блядь? Когда говоришь шеф, надо еще вставать. Блять. Если что, да. Когда говоришь шеф, реально надо вставать, как бы все уважительно относись. Здравствуйте, это мама кровать. Подойдите, пожалуйста, чтобы через 20 минут был дома, ужин оставая. Кореш стрим, понял. Так приятно, кореш, когда похуй, отвечают. Запускай, ну так. За сколько купили? Дорого, это очень большой за трансфер. За штаны Supreme, блять, вот сидит, самый, блядь, большой трансфер в СНГ. В СНГ. СНГ. Что такие, тебе удобно? Мне удобно, да. Когда кола придет? А тебе куришь нормально? Да, да, куришь. Когда кола придет, Герой? Куда ты? Я сам жду, пиздец, что подъезд по тебе открыть уже. Просто во рту, знаешь, после, так сказать, UFC, пиздец. А мы, кстати, так и не поиграли в UFC. Как это? Три дня уже хуярю, блядь. Тимку чекнул, да.
Настя, я бы тебе ответил, но у тебя, да, у тебя это закрыто, это самое. Аккаунт закрытый, я не могу посмотреть. Да, он с чем от... Ты девочку Хесу не уводи, блядь. Как такая же... Ну, она такая же, да. Да у Хесу миллион, блядь. Да, ну что, как красотка. Одну подсосу, ничего страшного, блядь. Логан еще останется. Ты чё? Да я просто смотрю, ничего. У вас будкем, что ли? Да, ребят, будкем. Да, только компьютеров нет. Хороший, блядь. По губам прочитали, чат? Без этого. По губам прочитали? Почему, ну, на тот... Ну, потому что... Она ковбойца, блядь. Ковбой, блядь. Нет, просто, типа, мне нравится револьвер в кейсе, типа... Набила до того, как пофиксили, да? Тебе в кейсе револьвер нравится? Ну, да, да, да. А чё с ним не играешь, Татьяна? Ну, потому что он не такой. Ну, да, да. Понял, блядь. Нравится, как он крутится, выглядит, поэтому... А когда будет, понял, Азимов тут набьёшь себе, блядь, тут АВП, блядь, тут на лоб себе Дима, блядь. Я хочу аниме-картинку, связанную с этим, да. А ты шестёрки нахуя рус дал? Не надо, кореш, попрыгай немножко, блядь. Я друг друга, охуеть, блядь. Да иди нахуй со своим битом, чел, блядь, я тебя запалю, сейчас хватит, нахуй. Пишет мне, ты красивый. Я другу проспорил просто. Мне лет слишком мало, понятно, нахуй. Только взрослые девочки, пожалуйста. Только взрослые девочки, пишите корешу. Забаньте карту, блядь, кента. Я, походу, вообще никогда не потрахаюсь. Трахайся. Нахуй отсюда пошел. Жестко тебе вам. Взрослые девочки 35+. Ой. Ладно, задавайте вопросы, пока здесь есть, вот вам ответят. Болят ноги? Сейчас меня впечатали в стул, блядь. 65 килограмм я сейчас. Сейчас, блядь. А Ариня не приехал в жопу, потому что они на квест пошли. Кореш с этим белобрысым братьем. Чел 40 минут отслеживает, сейчас... Какое аниме любимое? Вы сейчас смотрите какое-нибудь аниме? Нет. Ну, честно, вот. Честно, нет, ни разу не смотрел. Я только смотрел Наруто очень давно, покемонов. Я СМР смотрю. Наруто, покемонов нет, и все. Ты смотришь? Нет. Я смотрю СМР. А как понять? Я шучу, блядь, ну просто смотрю СМР, блядь. А тебя вообще ни разу не смотрел аниме? Нет. А ты кореш? А, я смотрел только «Унесённый призраками». Я бы в компании смотрел. А, «Шаман Кинг» еще смотрел. А ты, Марин? Чинчо. Ну, я тоже не смотрел. А бабуля смотрел? Да. Охуел, черт, блядь, они очень... Все, прости, не так вот. Кошка домой, в понедельник. Ну, кстати, много кто говорил. Сколько лет так всегда е, Мариночка? 20. Мариночка молодая, 20 ей. Шадуке кореш твой сын. Да, блядь, вырастил. Ну, кстати, чем-то мы похожи реально чем-то. Так мы так и познакомились, наверное, он заходит ко мне в чат, нахуй. Наверное, таким же ебанским видом. Нахуй я так базарюсь, что там, блядь. Вырубать трансляцию, блядь. А я видела, я, кстати, он говорит, Таня, я помню за этот момент, когда он говорит, Таня, посмотри. И ты, я захожу к тебе и говорю, бля, хули он тебя копирует, а ёбище. А я не знал, кто это. Он ко мне заходит, я его хуесосить начинаю, говорю, типа, о, РПшер какой-то с галкой, да-да-да. Мне Пестров неделю назад пишет, бля, корона заболел, нихуя не чувствую, блять, но он типа говорит, сейчас выздоровел, сейчас мне пишет, пошли завтра погуляем, говорю, да не, надо. Да, Пестров сегодня звонит, я говорю, не, брат, давай, а нет, говорит, у меня кореш жил месяц, короной болел, нахуй, и я за его компом сидел, нахуй. Пестров пишет нам, мы сидим, он говорит, ну я подъеду, вы где-то них надолго, я говорю, да не, может, заканчиваю, он мне говорит, он недавно короной болел, не-не-не-не-не, опасно. Не, ему сказал, чтобы он в перчатках, в масках приходил, блядь. Да это не поможет. Сегодня стрим был, днем, ЕРЛ. С Крис Вейв. Завтра, скорее всего, тоже может быть. А ты сегодня стримил? Не, брат, завтра. А что ты будешь застримить? ЕРЛ? Да. Голос какой не забей. А что будешь делать? Я буду делать... Импровизация. Ну, там будет Крис Вейв, будет весело. А во сколько ты застримишь? 3. Ладно, ты мне скажи, тебе нравится какой-нибудь мальчишечка? Ой, мальчишечка, девочка, каравай. По Фрейду говорю, да? Инсайды пошли, блин. Инсайд дашь? Инсайд дашь? Тебе нравится какая-нибудь девочка? Пошла лавеха крутиться, блядь. Опа, блядь. Девочка какая-нибудь тебе нравится? Да. Какая? Но она состоит в твоем скваде? Мама. Ого, даже... Ого! Жёстко, да? Хуя ты его душишь? Нужно инсайдики немножко приоткрыть чату. Генсуха. Нет, перезвонишь. Это тебе Генсуха нравится. Из склада какого? 80-го? Нет, из нашего. Из нашего? Уже наш склад? Смотри, 85-й не ваш, то есть. Ну да, ты же в нашем скваде, ты забыл? Мы сегодня трейд сделали большой. Ну, короче, ну в каком складе трейд? Понимаешь, ну... У нас, у нас.
каком они у нас? У нас в скваде. Чисто Лариса Гузеева. Ты находишься в 89-м скваде. Реально. Мы тебя выкупили. Вчера этот трейд был официально. Дальше. Вот. А суммы нравится? Разглашаются? Кто нравится? Нет, сумма инкогнита. Где нравится? Инкогнито. Во фриках? В 89-м. Во фриках, да, вот в бывшем там складе. Самочка там есть какая-нибудь? Сука. Пизда тебе, каравай, отвали. Жёсткий ответ, брат. Дядь, а? Ответ просто ёбнутый. Не, ну ты не ёбнутый. Расскажи про тему с бабушкой, пожалуйста. Заново вопрос, заново вопрос. Кому, сука, ноги воняют, блядь? У меня, может быть, и бешу закурю. Пиздец, ёбнешься. С бабушкой? Да нет, ребят, просто, типа, у меня бабушка, типа, в одной квартире со мной живёт. Ну, типа, она не... То тут, то там. У нас типа на одной лестничной площадке две квартиры. Вопрос заново. Вот, и она то здесь остается, потому что у меня три кота, за ними надо ухаживать, за ними надо убирать говно, блевотину по всей. Поэтому... За бабушкой? Нет, ну ты дурак, блядь, за котами. Вопрос заново. Чего? Какой ты мне задала, я не помню, какой я часы. Тебе нравится девочка какая-то из фрик-сквада? Да. Ты дал котлету, выиграл только что. Котлеты. Да? О, нихуя себе. 160 рублей подняла, блядь. А как я так поняла? 15 икс, блядь. Все вообще похуй, ну ладно. Прямой вопрос, Даша или Крис? Все понял, блядь. Даша или Крис Вейв? Что? Кто тебе нравится? Даша или просто? Даша или Крис Вейв? Без кто тебе нравится? Просто. Крис Вейв. Ах! Вот он, уф! Видите, Крис Вейв сказал. Ну вы поняли. Уф! Кореш нет, Фрика Склад. Кореш милф, он кореш молодых не ищет, он себе милф старых, блядь, бабок ищет себе. Почему бабок? У нас есть бабка на Твиче, она в Counter-Strike играет, можно тебе, ты можешь подкатить к ней. Да нет, тут лет 30. Тут есть поблизости недалеко. Дай пропиши ему, блядь. В соседней комнате? Да. Сука, ебучая тварь. Ну что, я пошёл? Давай, действуй, блядь. Сейчас открою дверь, там бабушка стоит и вонять на марафете, блядь. Что, Дрейк подглядывает. А кто ещё сидит? Дрейк подглядывает. Давай, Дрейк, потеряй сейчас он нас. Дрейк, что тебе мама спать? Чтоб твой ник не видел, блядь. Кореш обещал рассказать истории страшные сегодня. Кореш, расскажи реально какую-нибудь страшную историю у тебя есть? Я рассказывал. Ну ещё какая-нибудь есть? Моргни, если ты хочешь шашлык, блядь. Я не хочу шашлык. Школу хочу, блядь, уже. Да, я тоже школу хочу. А, страшную историю? Могу реально страшную историю рассказать. Реально, расскажи. Прям вот реально самую страшную. Ну, это на... Только не обосрись у меня на коленках, блядь. Основано на реальных событиях? Да, на реальных событиях. Тихо, давайте послушаем. Давай, реально. Тихо, ну вот честно, тихо, давай. Встречался тогда с девушкой. Страшная история, пиздец, брат. Это страшно, погоди, сейчас еще страшнее начнется. Это на реальных событиях основано. Короче. Не успел вытащить, у него была задержка 2 недели. Это реально? Это реальная история. Серьезно? Да. Она не беременна была? Нет. А что в итоге вы... Ну, она была бы беременна, если бы не Пастинор. Если что? Ну, Пастинор. Ну, это противозачаточные? Пилюли. Угу. Ебать ты, блядь, дебил, сука. Я думал, что это реально будет страшно. Так давай... страшно, пиздец! 2 недели задержка, это обосраться можно, нахуй. Да, я думал, все, я переезжаю в Сибирь. Сука, мудила. Давай лучше, давайте было или не было. Кто-нибудь стартанет. Нет? Нихуя ты. Ну давайте. Было не было, пожалуйста, давайте, было не было. Ну, кто стартует первый? Давай, кореш, стартуй первый. Было или не было? Вот было, не по было. Очереди. Было. А у тебя не было? Тоже было. А у тебя не было? Давай, да. Ну, было не было, это автоматически грязь. Секс в общественном месте. Нет. Не было. Многое упустил. Я же тебе предлагал, нет. Бля, тогда без зря отказался. Давай, задавай Карабусе. Про секс не надо. Пишите вопросы, пишите вопросы. Заебись, блядь. Я огрела его, блядь. Было не было, пишите, было не было. Вот самый поганый вопрос, блядь, который только можно слушать. Давай, брат, отвечай. 89 или фрик? Я отвечал, что фрик сквад. Жестко, правильно. Реально? Мразь, ну, продолжная. Так в смысле, он же с ними больше тусует, чем с нами. У нас ничего, не появляется. Ничего, мы себя тоже выкупим, блядь. Давай. Ну типа, блядь. Задай вопрос Крабусе. Давай, кореш, у тебя жесткий вопрос. Ну я не знаю. Пиздуй тогда отсюда, блядь. Я не понимаю, почему есть такое сильное разделение на склады. Я не понимаю. Я не могу больше. Все стримеры общаются, все стримеры дружат. Это больше для аудитории, блядь. Что? Кто там умер? Дай посмотреть. Что случилось?
Да, алло. А можно мне выкупить кореш? Да, пожалуйста, бесплатно прихожу, блядь, позови. Ну, задай вопрос, Карабусе. Я? Че, любой можно? Говори, да. Но было не было, что можно было. Был не чтоб было. Ты погру... Блядь, какие, блядь, сука, слепожопый, черт, блядь. Трахался. Что это за вопрос? Да он, блядь, не было, понятное дело, у тебя же не было интернет-связи. Ну ты, блядь, дебил, сука, такой вопрос задаешь, блядь. Задай вопрос ему что-нибудь такое. Ну, не знаю. Задай ему. Да задрочите меня вопросами, сука, я все время люблю отвечать правду. На все такие, знаете, поганые вопросы. Хотела ли бы ты когда-нибудь трахнуть свою училку в школе? Да. Да, реально? Ей было лет 35, я хуй знает. Я прям проблема. Она просто, короче, она один раз пришла в такой сорочке, не знаю, как это, какая-то хуйня, прозрачная кофточка, у нее был бюстгальтер, я не знаю, что у нее, короче, просвечивали соски. Серьезно. Я это заметил, я говорю, чел, сумма такая, смотри, блин, он такой, да ну нахуй. И она мне на следующий день, она мне приснилась, и типа, там какая-то. Она мне приснилась, то, что мы с ней в кабинете вдвоем, и какая-то хуйня. Ну, типа, блядь. А у тебя член вставал на нее? Да, вообще? Я один раз подрочил на нее. Пиздец, какой ужас, ёбаный рот. Ещё такой сон приснился, блин. Подожди, расскажи мне, у тебя было, каравай, такое, что у тебя на кого-то вставал неловкий момент, а что у тебя мог неловко член встать, не вовремя момента хоть? Мне кажется, у всех такое было. Да, мне кажется, что у всех такое. Ну, пускай он ответит. Ну, да. Ну, расскажи историю. Да я уж не помню, дохуя, наверное, был такой. Да? Да, дефолт, блядь, например, встаешь со стояком. Ты не можешь нахуй контролировать, блять, он сам нахуй, оп, и все, блядь. Так это, смотрите, тудорил. Это неконтролируемо. Тудорил, если у вас встал член, и вам нужно куда-то пройтись, там, мама на кухне, вы член наверх, блядь, под штаны, и вот так. То есть у вас вот здесь торчит, а сверху футболочка не видно. И стояка как будто нет. Просто под ремень, блядь. А если футболка не универсайз? Если топик? Ты закрыл дверь? Чистый хуй торчит около пупка, блядь. Макс, ты закрыл дверь? Да. Ну все, окей. Гола приехала. Приехала Гола? Нет. Пизду, короче. Пиздёт. Знаем такое. Ребят, как реклама проходит? Слушай, ебать, она была сегодня. Ой, испытывала ли ты симпатию к мужчинам? Тебе вопрос часто. Нет. Влюблялись в пацанов? Было такое-то, что у вас какие-то влюбленные нет. посылы, нет? Давайте еще, ребят. Да. Ебать, это такая хуйня, пиздец. Вот это? Но она без сахара, понял? Диетическая. Охуенно. Попробуй. Был один раз, смотрели в Дискорде, я не знаю, это было 5 утра. Это было, кстати, недавно. Смотрели, ну как, чел, там есть ебанутые люди. Мы смотрели, короче, чел включил демонстрацию порно мужское. Из-за того, что там ебля, ну то есть, знаете, процесс, мы же животные, ну, люди. Да. И там вот этот процесс, вот именно, не то, что, бля, как это объяснить, ну типа ебля, блядь. Вот этот вопрос еще не надо задавать, пожалуйста. И, типа... Я знаю, я уже пропустила его. Почему? Кореш, ебаники, флип. А, кореш, почему отдаешь предпочтение фрикам? Ну, интересно, твоя позиция. Я их намного дольше знаю, всех этих людей. Я начинал делать видосы все про Freak Squad. Вообще, по большому счету, я не хочу обязательств, рядом типа. Хиты. По факту, что делать, ну, как бы, без расписания, в 89-м скваде, я думаю... Это во-первых. Во-вторых, нахуя там второй джойн? Дай твой кусну, блядь. Нахуя в 89-м второй джойн? Ну да. Ну не, на самом деле, плохая позиция, второй джойн. У вас вы каждый по-разному. Не, ну типа, кринж я имею в виду с точки зрения. Дрочил ли ты когда-нибудь на кого-то из склада? Нет. А было предпочтение трахнуть кого-то из склада? В смысле? Да тут, блядь, мы же мужики, ну, блядь, парни, нахуй, типа, любая красивая девушка, ты ее хочешь трахнуть. Какая разница, какой склад, блядь? Вопрос. Каравая, как тебе Таня, мама 89-го склада? Это просто мамуля, нахуй. Удила. Блядь, ёбаный ты бог. Блядь, пуха на телефон, бабушка. Бабушка? Бабушка может с открытой дверью слушать. Реально? Нет. Блядь, напугал дебил. Блядь, бабушка, нахуй. Разбил? Тебе когда-нибудь расскажи твой пример, когда тебе реально было стыдно. Вот реально стыдно, реально блядь. Стыдно? Да.
Мне всегда стыдно срать, блядь, в гостях. Реально? Я, понимаете... Ну, хотя я такой же позиции. Смотри, я без стрима, и либо... Короче, если я знаю, что меня не записывают, или там я не на стриме, спасибо. Я не могу кринжевать. Я не могу подойти к человеку и что-то ему говорить, потому что у меня ощущение, что я один на один с этим человеком. А когда я стримлю, предположим, я знаю, что со мной люди, которые это видят. Я понимаю то, что как такой бэкграунд, и типа все эти люди, блядь, я как бы работаю на них, то есть я им доставляю контент, и мне похуй, я подхожу спокойно. Луион, я уже говорил, братан. Это знаешь, когда мне было стыдно? Да-да. Я в детстве ходил на футбол. Ты реально, вокруг... да, занимался? Да, я пиздец. Я тоже, блядь, я вратарь нахуй ебал. Да? Респект. У меня реакция охуенно была. Сейчас расскажу, когда было стыдно, я это уже говорил. Я, короче, пошел на футбол, только дохожу на поле, тренировка начинается, я, короче, так срать захотел. Пошел в кусты, обосрался, туалетки не было, трусами жопу потёр, одел шорты. И пошел. У меня вот, смотри. И пошел. И пошел бегать без трусов в шортах, блять, обосранный нахуй. Это так стыдно было, это пиздец. Это сколько тебе лет тогда? Я пиздюк был, блядь. В чем прикол? Не знаю. Это бабуль прибавляет на своем, блядь. Ты че он тише делает, когда не послушать классную песню? Короче, у меня первый раз. Чел, это плохой вопрос. Ариньян или Синди? Это мы даже отвечать на это не будем. Это бред, блядь. Ариньян. Вот самый стыдный вопрос. Какая же ты врач, блядь. Ты сейчас все знаешь, так. Я больше не выставляю. Блядь, дай ему сейчас за сиську Ребят, невозможно выбирать между друзьями. Собрать, блядь, сейчас попрошу бабушку, чтобы выгнала нахуй его из квартиры, блядь. Между друзьями. Ариньян или Синди? Между друзьями нельзя выбирать вообще. Да. Очень плохо. Нет, будь здоров, будь здоров. Котлетка, извиняюсь. Шмеля! Ебать, бабуля, нахуй. Ебать, Таня завалила. Шмеля выпустил, я ебу. Ебать, Танюха нахуярилась, блядь. Ты хотел потише, а тут вывалил с котлеткой, ебать. Бля, я ебу просто, ну такой пиздец. Откуда ты это вкусно, Татьяна? Тань, какой у тебя был самый стыдный момент в жизни? Стыдный момент? Ответил на вопрос. Сейчас, ну, да, прям, я прям... подумаю. Давай, всегда меня игнорят, я ничего не спрашиваю. Стыдный момент был, по-моему, я учительница жвачку, либо это четвёртый... Дожевала. Либо это третий или четвёртый класс, я, по-моему, учительница жвачку волосы кинула. Ебать, жёстко, какой у меня заказчик. Да, что-то такое, меня при всех отчитали, вызвали маму, меня мама потом ремнем отхуярила, блядь, до такой степени, это пиздец. Блядь. Я, блядь, помню, что я бежала на коленке, блядь, от школы до дома, блядь, становясь, что она меня не впиздила, блядь, я напиздила вообще. Мы играем, ты мальчику кинула? Да, Sims. Я ей волосы, типа, якобы, ребят, типа, бля, у вас такие истории? Вот у меня истории все какие-то, вот самый стыдный момент в моей жизни, это когда у меня первый раз... Я, типа, не поддерживаю этого, не обращайте внимания. У меня первый раз член не встал. Блядь. На кого? Не, когда во время секс, ну типа секс. А что, такое было, да? Да? Первый раз в жизни, понимаешь? Объясните мне, вот почему, вот, вы мне объясните, вот смотрите, если девушка реально симпатичная, типа, но... От волнения. От волнения. Вот, бля, вот, типа, вот, почему член может смотри, не стать объясняю, мальчика? Ты всю жизнь дрочишь, блядь, каждый день, потому что ты не можешь не дрочить уже, я не знаю, как это объяснить, блядь. Ну, вот, пацаны, блядь, поймут. У меня бы встало вот от такого ебала, не встало, сразу нагнулась бы, блядь. Вот. И, короче, вот у меня как было, я дрочил кучу лет, я такой 18 лет. Ну, мы... Не дрочабрь, да. Ну, вот, рассказывай. Ну, короче, типа, дрочишь и представляешь, типа, блядь, ну как, я не могу даже к девушке, типа, подойти. Ну, это был, там, 18-й год. Ага. Я думаю, все, блядь, я буду девственником всегда, не нахуй. А? Ты не буду, ты на, поешь. Я, блядь, я жирный. Ты на, поешь. Ты похуй. Да будешь кушать? Да не, не буду. Давай, давай дальше. И, короче, когда появилась такая возможность, типа, начал сейчас с девушкой, и через две недели, типа, я не знаю, как это получилось, но, представляешь, девушка стоит раком. А ты такой видел только нахуй в порнухе. И ты такой. Вот у меня просто какой-то щелчок, я обосрался. И член падает? Да. И ты его не можешь. Она ждет, пока я вставлю, а я не могу. А если смазать там и типа, ну, смазкой. Если бы она была опытнее, если бы она. Он упал. Просто вяленая хуйня, понимаешь? Удав ебаный. Если бы девушка была опытная, она бы поняла, что там нужно отсосать сначала там, ну, и да, так далее. Типа возбудить молодого человека. Да. Ну, обосрался, пиздец. Я после этого случая начал Виагру пить.
Я испугался, я думал, что у меня проблема. А что дает Виагра? Вот раз ты вообще. Прилив крови просто, к конечностям. Ты прям пиздец, да, там типа. Ну как, ну не прям пиздец, но краснеют уши, щеки и хуй. Чисто сажаешь бабу на член, и она, блядь, вот так сидит. Нет, блядь, без рук. Там такой эффект. Ну, типа, каменный пиздец, но. Прикол в том, что ты можешь кончить, и у тебя хуй просто не падает. Ты можешь сразу же еще раз начинать. Ни хрена себе вообще. Кореш, скажи честно, сколько сантиметров? Я отвечал честно. Сколько? Ну, типа, нет смысла, потому что у меня рофл про 13 сантиметров. Я в Дискорде. У меня, типа, локальный мем, который превратился в то, что у меня реально 13 сантиметров. А сколько, ну, реально? Попробуешь? Ну, блядь, люди не будут верить, потому что я говорю про 13. Ну, хорошо, скажи, сколько? Попробуешь? 16. Но, блядь, люди не будут верить, поэтому... Да куда ты, блядь, мне даешь нахуй? Кормлю, блядь. Да, корми карабуся. Кореш, попробуй. Кореш, когда дрочишь... Ну, куда ты кормлюсь? Синди. Да офигел. Да ты офигел, ты что за хуйня сейчас была? Что за хуйня такая была подстава жестко? Ну ты будешь, давайте нам, ну кушай, кушай. Вкусно? Вок, кушаешь? Кушай, кушай. Такой козел, меня забатил пожрать. Задайте вопрос Карабусе. Только реально нормально, адекватный, чтобы он мог вам типа что-то рассказать. Да типа, блядь, мне кажется... 13-16 это дефолтный обычный вот член. Нормальный 13 член. Это обычный член. Это нормально, да. Просто Ты когда-то палился при дрочке? Да, да. Реально? Да, я и у Бустера рассказывал, нашел эту историю. Короче, дрочу. В этот раз телефон с собой не взял, потому что он был разряжен. Дрочу в ванне. Я никогда шторку вот эту не захуярил, потому что страшно лежать. Когда в душе, это понятно. У меня всегда было страшно носить шторку, потому что я боялся, что кто-то подойдет, ну, испугает. Я всегда без шторки. Вот. А у меня дверь в ванной, она... Не дверь, у нас замки были, которые очень легко с обратной стороны открывать. Легко обратно, да. А у меня в семье, я не знаю, ну, бля, уёбки, блядь. По-другому не назвать, они не стучатся. Просто вот так, нахуй, за секунду. И, короче, мама, я лежу, дрочу, телефона у меня нет, я закрытыми глазами представляю какую-то хуйню. Я как сейчас помню, по-моему, это была какая-то, блядь, какая-то актриса диснеевская, я не помню. Ну, что-то у меня какие-то, ну, это было лет, там, 13, наверное. Вот. И... закрытыми глазами дрочу, блядь, и слышу, как закрывается дверь. Не открывается, а закрывается. То есть, я открываю глаза и вижу, как передо мной просто стоит мама и смотрит на меня. Блин, я так вообще никогда, наверное, не дрочил. Да? Да. Она такая смотрит и говорит: Лёша, а что ты делаешь? Я эту фразу на всю жизнь запомнил. Лёша, а что ты делаешь? Твоя реакция была какая? Я охуел. Я не знаю как, но я ответил, знаешь, что? У многих парней такая хуйня, типа, в детстве, что, типа, крайняя плоть не оттягивается, типа, головка не выходит. Оно, типа, обрезанное или не обрезанное? Ну, да, ну, да. И, типа, ну, как да. Будто, ну, типа, не растянутая хуйня. И мы ходили к врачу, и врач говорил, нужно оттягивать. Лучше, кризай, оголял писю. Лёша, давай, что ты делал? Я оголял писю. Да, тихо, говори, говори. Говори. Да, сука, говори нахуй. Подожди, это прикол? Мама открывает, она говорит, оголён писел. Короче, ты так часто делал? Представлял, как... Нет, у меня телефон сел, блядь, обычно я порнул. Никогда в жизни такого вообще не делал, наверное. Но дрочить хотелось, что поделать нахуй телефон. Ну, дальше что, давай. И, короче, я говорю, мам, я... Ну, врач говорил там оттягивать, я оттягивал. Бля, Макс. И ты ей сказал, я оттягивал? Да. Типа, что я оттягивал, все, да заебись, ты... оттягивал вот так. Блядь, это ну как, в том возрасте еще вот так вот? Сначала тремя пальцами, а потом уже рукой, когда подрос. Это ни дефолт. Нихрена себе, ебать. Блядь, я с мамой не мог вообще разговаривать, нахуй. Неделю, там, две. Мне так было стыдно, это пиздец. Каравай, расскажи, пожалуйста, самую кринжовую историю из школы. Школы? Да, блядь, чего не было, ебаный. Я вообще не помню. Ну, вообще, самая какая-нибудь кринжовая история у тебя была? Она по-любому была просто, знаешь, такое в голове ничего не отложилось. Если друг покупает тебе что-то и говорит, не надо отдавать деньги за это, вернешь ли ты ему деньги? Не, ну ты индей. О, тихо. Ку-стримеры, ебать вы норм, так сыграли. Охуенный контент для 4 часа ночи. Синди молодец, хорошо, выебала строго Юлю совсем. Спасибо, уважаемый, спасибо за донат. Ну да... Подрубили на немножечко, вот. Кровавое сердце разбили, да нет, наоборот, у него прилив идет к сердцу теперь. Покушал, блядь. Да, покушал, видите, да, подкрепился. Это... Как кровавое называли в школе? У тебя, кстати, дружелюбный был класс? Вадим, у меня все были да охуенные ладно. Люди. Охуенные, да? У тебя не было какой-то гнобёжки там или что-то такое? Такого не было, я в лицее учился. А, в лицее, да? Да ну нахуй, в платном. Ты хорошо учился? Да.
Ты пробовал сперму? А кто-то пробовал сперму на вкус? Только запах. Нет, я только... Запах. А я говорил... А, я сегодня где-то говорил... У Криса я говорил на стриме. Я реально... Я, короче, купил баночку... Случайно. Купил баночку ананасов. Просто, знаете, консервированные. Похавать. Спасибо, брат. Купил. Какой такой, ебать вкус. На следующий Алло, день... Алло, не орите, вы ебаны. Можешь еще кушать? Нет, на следующий день купил еще одну баночку. Не орите, не орите. А потом на следующий день подрочил. И просто по приколу, бля, я такой, я же съел, типа, ананасы. Понял. Понюхал. Да, а когда... Лучше пахнет. Чтоб ты понимал, это не это работает. Надо свежий ананас, вот я такой понимаю. Вот ананас, не консервированный, а реально ананас. А почему мне казалось, что у меня лучше сперма была пахнет? Сладкая. Она... Сладкая сперма? Да. Проси укрывай про мутки. Татьян, вы чего? Я на полном серьезе. Про мутки? Что такие мутки? Что за мутки? Бля, как же горите рот. Баночку сперму случайно купил. Что там было, нахуй? Было ли такое, что вы воровали? Ой, было, наверное, в детстве, я уже не помню. А у меня наоборот, я никогда в детстве не... О, тихо, как твои родители и друзья отнесли к твоей деятельности стримера, особенно на начале, когда бы, ну, банворды и так далее? Кто был я? Знаешь, что такое? Да, когда был ноунеймом. Бля, да сейчас что, не ноунейм нахуй? Да нет, типа, такая тема была, то, что вот я сегодня рассказывал, то, что, типа, мне мама узнала это, по-моему, от знакомой какой-то, ей кто-то сказал. И она, типа, интересовалась, типа, Вадим, что так много ругаешься, вот так вот, типа. Ну, не было ничего такого жесткого, типа, там. Она, ну, как все родители просто говорили то, что, типа, доучивайся и, типа, делай, ну, как сейчас делаешь, и все. Чё, ну, нет? Никогда не было душилого такого. Встречались бы с человеком, который старше вас на 10-15 лет. Это, блядь, мне кажется, да, но если искра какая-то любовь. Очки тебе не идут? Идут очки, просто у меня зрение плохое, за них специальные очки. Чё ты сказал по этому поводу? Что именно? Про 10-15 лет? Да. Ну, если любовь, то да. Встречался, да? Конечно. Респектос. Самое странное, на что вы дрочили или какое странное порно вы смотрели? Самое странное порно? Ну, вот месяц назад гей-порно. Да? Ну, мы с челами в Дискорде ночью просто по угару. Я ни разу не смотрел так. Да, линзы ношу. -2. А чё осуждать? Это можно одобряем, смотреть, блядь. Это одобряем. Одобряем, блядь. Самая классная порнуха — это мужская, нахуй. Stick your finger in my ass. Любил ли каравай искренне девушку? Да так, чтобы готов был сделать все ради нее. Просто симпатия. Любить прям, ну, типа, любить это уже что-то большее. Типа, надо сначала попробовать. Ой, там. Ебать, как сказать. Он не мог. Ну да, да, по факту. Типа. Как это? А ты влюблялся вообще, когда ты делаешь? Да, в школе да, тебе нравилась возьму, девочка? Да, конечно. Прям реально, да? Ну да, прям просто вот... внешне, да, нравилось. Я был, типа, вообще замкнутый. А ты хорошо учился? Нет, плохо. Плохо учился, ну, конечно, да? Конечно, капец весело ну, вообще. Ты в лицее же. Я мог ни день не спать маме, говорить, сейчас я на учебу пойду и в итоге спать учился. Да? А тебя мама спокойно, да, закрывала на это глаза? Не. Нет? Она жестко, типа... Я очень много просирал. Я постоянно говорил, что у меня ухо болит. У меня отговорка была просто учительница, у меня ухо стреляет. Реально, да? У меня один раз ухо заболело в один момент, и я так постоянно начал весь год говорить. Я на 2 недели, на 3 недели просто оставался дома. Охренеть, дядя, ебать ты читер. Знаешь, какая дефолтная ситуация? Брал градусник, короче, и к этому... Ну, типа, маме брал то, что я, типа, болею, и к этому батарею подставлял, чтобы 3 там... Реально? Да, да, и, сука, ты только там делал, блядь, 37-9. Меня, если я что-то делал такое, мне все равно сказали, пиздуй, блядь, на учебу. У меня прям вообще... 38, мне говорили, вставай, пиздуй, блядь. Всем было похуй, я умираю, подыхаю, мне говорят, да пиздуй, кому ты врёшь, блядь, ну, типа такого. Мне вообще никогда не верили в этом плане, он тоже. Бля, я просто понял, как это было, реально, просто... Маме говорю, мам, плохо себя чувствую. Да, градусник уходит. У меня в школе... Она уходит там умываться, зубы чистить. Я такой, быстро, такой стою, слушай, чтобы не вышло. Дверь, слушай, чтобы она не открыла, быстро так, делом. Ложусь обратно, такой, дело в шляпе. Да, у меня вообще так не работало, я тоже так делала. У меня в школе супер уебаны, блядь, учились. Уебаны, блядь, которые чмырили, блядь,
которые, вот знаете, найдут козла отпущения, блядь, и на нем обзывают его там за фамилию, блядь, там. Это дети, блядь, дети же. Да, да, сейчас это, блядь, ебучие дебилы, которые ничего в жизни не добились, да, блядь. А у меня все одноклассники, все родили. Mm-hmm. Уже по двое детей, блядь, уже трое. У одного ребенок сдох. Oh! Да, я вам серьезно говорю, ребенок умер. Вот как можно так быть, таким человеком быть, блядь? Вот, я вообще офигела, Тема. Типа. Чел спрашивает, смотрите хентай. Я у тебя тряпку половая. А что ты сделал? Я фильтр уронил. Какой фильтр? Там стоит. Какой фильтр? Ну, с водой фильтровать его. Как понять уронил? Ну, сильно? Я говорю, где тряпку половая. На, заходишь в ванну, и вот где сушилка, там в самом наверху тряпочка при таракане есть. Ты увидишь, она, блядь, самая такая плохая. Смотрели хентай? Я, блядь, ну, GTA, в GTA. Я, значит, только хентай, только злого, блядь, то, что это... Да нет, я говорю истории жизни, здесь нет ничего, за это не забанят, ребят. Я вам говорю, как есть, я же это осуждаю, это неправильно. Вопрос, короче, за детьми надо игры? Всегда ухаживать, надо... А в Кате Бочек, да. Чтобы все. Рожать детей, надо приходить, ну, я имею в виду, осознанно к таким вещам, а не просто. Дети — это святое, святое просто. У меня двое брат и сестра, у меня брат, брату 7 исполнилось, 7. Малой, вот 3 ноября будет 6. 6 будет, по-моему, либо 5. 5 будет ей, короче. Вот, и у нас большая разница в возрасте, это мои лучшие малыши, мои деточки, мои маленькие. Знаешь, сколько моей старшей сестре? А? 37. Да ни хрена себе, у вас дикая разница в возрасте. Ну, как и у меня будет с моим. Я обожаю своих малышей. У меня прям вообще душу... Мы не будем в КС-очку играть. Мне моя старшая сестра в матери годится. Да? Ну, все же в 16-17 рожаем. Да. Мне 23. Там чем пролил. Много пролил? Не-не. Знаете, какой это тильт, когда твоим родителям... Твои родители на 40 лет старше тебя. Это пиздец. Вы вообще не можете найти общий язык. Ну, потому что бабушка-дедушка. Просто слушай, вообще, тебя вообще не понимаю. Моей маме 41, по-моему, блядь, до сих пор не могу с ней найти вообще. Чего? У вас когда-нибудь был секс на первом... Нет, не было. А тебя сколько родили, Татьяна? 17. А, то есть ты быстро получилась? Да, я быстро получилась. Вылетел чисто. Блин, отхуенный почаще, Карабуся скоро уезжает. Эти все в Москве, слава богу. Ну, ему ехать час не, я пойдет вообще. Слава богу, к сожалению, блядь, всем. Кикблогер, стримеров, смотри, на которых вдохновлялись. Вы когда-нибудь, да, вдохновлялись от блогеров каких-то, стримеров там? Вот реально прям, вот чтобы смотрели, да. И говорили. Кто? Читбанд. Я хуй знаю, с 15-го года. А чё, реально Читбанд? Типа, для меня это легенда. Я с 15-го года, с 15-го года, я хотел стримить. И как так получилось, что прошло 5 лет, и я начал стримить, так всё пошло, блядь. Ты бросила Воксика или он тебя? Я бросила Воксика. Ну это очень старо, это 2 года назад было. И сейчас с Давидом уже 2 года. Это было 2.5 года даже. Нет, это было 3 года назад. Хорошо сидим. Да, надо уже заканчивать. Так, и стрим до 4.06 стрим. Да, мы уже скоро будем. Всем спасибо. Да, тормози, сейчас еще... Каравай будет, когда вы по интернету встречали? Нет. Видео я была канале. В Турции. Смотри, на каком канале. Много раз. Вы когда-нибудь изменяли в отношениях? Да. Вы когда-нибудь изменяли? К сожалению, нет. Я изменяла. Но у меня была ситуация такая, то, что там человек... Я типа отомстила. Мне изменили, я ебанула ответку, типа. Вот. А так нет, никогда нет. А ты собираешься, Карабусь, переезжать куда-нибудь из Рузаевки? И я уж что раз видел, что... Москву собирается. Да. Сызрань. Ну, по факту, типа, да, это же так охуенно, когда все съезжаются в Москву. Ну, что так пиздато. Да. Ну, в плане того, что на... компания... Воксик, из... да, Воксик оттуда. Но это было 3 года назад, мы встречались с ним 5 года. Да, я была в Турции, я жила в Турции. Это Кайсер? Да, Воксик, да. Я жила в Турции, потом у него был... Это в HellRaisers был? Да, потом у него был буткемп в Киеве. Я жила в Киеве. Ну, так жизнь сложилась. Грустную. Я же не выбираю. Вот. Грустную музыку люблю. Да, это пиздец. Садимся в такси, нахуй. Так, там, ебучку, там такой... Ебучку. Это моё. Я вызываю такси, я... Уже 2 года в отношениях, поэтому мне хорошо, с кем я сейчас. Это самое лучшее отношение. Ты только будущему шефу завтра не скажи ебучку, блядь. Ты чё? Я ребят скажу.
Ебучечку. Я встречаюсь с Норбертом. Ебучечку, шеф. Было ли, что ты обосрала? Нет, такого не было. Как родители Карва отнеслись к его ненормативной лексике? Он отвечал уже. Да? Ну, то есть он вообще служит, что мы разговариваем, да? Я не понимаю. Нет, блядь. Тань, ты где сейчас? Ты у бабушки там уже? А почему у тебя на южане? Ну я не русская, я не совсем русская, не будем. Любит путешествовать в страну, хотели... Любите... Кстати, вы реально какую бы страну бы вы хотели реально? Какая разница, мы все равно ответим, ты не против. Россия. Лос-Анджелес. Саратов. Да? Ты ж был там. Потому что к родителям нет, к родителям хотят. Марина, после этого. Я не знаю, где живу, ребят. Пиздец, встречал с Воксиком, а сейчас... Ну да, Норберт был моим лучшим другом. Так вышло, что лучшие друзья... Как часто бывает, бриллианты, да. Да, так вышло. Но с Воксиком это самые мои долгие отношения и самые лучшие отношения. Кровать, ты когда-то мерил презерватив? О, блин. Ну, если по приколу люди покупают презерватив, да, через значки. Да, ты, кстати, когда-нибудь мерил? Нет. Нет, Карабуся. Знаешь украинский? Нет, не знаю. Ну, так знаю, полуница, что ты на меня робишь. Сполыхуйка. Сполыхуйка, кстати, тоже знаю. Так, не надо, аккуратнее. Да, полуница, это этот, клубника. Ну, у меня отчим... Не, у меня отчим... Ну, тогда поехал, ну, поехал. Да. Ты реально? Нет, ну мы будем взрывать колено? Нет. А у тебя нет? Давай взорвём, как это было год назад. Передай привет Караваю. Привет. Привет. О, я знаю... Ого. Ладно, ребяточки, мы будем... Здорово, Хаскер, мой любимый. Короче, еще 4 минуты, и мы закругляемся. Да не был секс у Каравая, блядь. Ну всё, какие 4 минуты? Давай уже. Да? Ты не любишь никого? Я обожаю всех. Ладно, ребят, Гоша, вот, иди нормальный. Самые первые отношения, нормальный, хорошо, нормальный. Строки, брат, я слушаю всех вообще русских исполнителей, кто грустит. Самая первая погрешность моя, как говорится. ББ, Андрюха, давай. Кому рейд получается? Ладно, никому. Ладно, ну да. А, ну туда все, ну, я туда запускаю. Че, в кусту пропадать, блядь? Сейчас посмотрю. Ломака не стримит? Нет, но мне даже никто не писает. Кесос! Вот у тебя кайсеры есть. Кесос. Во, можно ее. Кесос, здорово, брат. Косточка. Завтра приезжаешь. Ой, 89 сквад рейтит фрик сквад. А она интеграцию делает, дядь. Можно этого. Какая разница по рейди, блядь. Сбоку, сбоку захочешь? А вот мой брат Адрен. Я ебанусь сюда ему. Ой-ой-ой, какой мальчик. А это Адренчик. Ебать, просите, 9 когда, часов стрим. Спросите у него в чате, когда завод построит, сука. Обещал, сука, обещал. Сейчас спишешь, Дизи, давай, слышишь. Дизи. Она похуй Татьяне, блядь. Какой Дизи? Дайте мне, пожалуйста. А кто это, скажите? Это... Друг Хесус. Друг Хесус. Американец. А как его? Дайте мне. Как его канал? Он же американец? Шадоу. Кто он? Дизи. Слушаем... У него офигенные стримы были по Майнкрафту. Я вообще залипал. Слушаем, честно, уважаемого Хесуса и ебашим к Дизи. Жёстко ты, Татьяна. А нет, там нет. Хесус что-то сказал? А где Дизи? Старый? Где он написал? Ниже. А кто я обзываюсь? Хесус, все, Хесус, брат. Не, видишь, у тебя какой комиссар? У Хесуса комиссар, блядь, это значит надо. Хесус, завтра Вова приезжает и ночью, я. И ты обязан просто обязан. Все, ребят, всем спокойной ночи. Хес, брат, спасибо. Да, спокойной ночи. Все приезжают снова. Все, блядь. Нажимай.